Приветствую подписчиков и гостей моего канала. Как я вам и обещала в прошлом видео, я буду шить комбинированное платье. Как вы уже успели заметить, вот такой материал я подобрала к этой кокетке. Как я вязала эту кокетку, вы можете посмотреть в предыдущих видео и обязательно в подсказках я его вставлю, чтобы вам было легче найти. Материал синтетический, корейского производства. На мой взгляд, для первого своего опыта я удачно подобрала рисунок. И думаю, то, что этот материал, он очень легкий, такой как будто шелковый. Как раз на летний вариант и полупрозрачный, но этого даже совсем не видно. То, что он слегка прозрачный. Даже если будет видно, то в крайнем случае можно пришить подклад. Либо одеть какие-нибудь тонкие хлопковые шортики, если кого-то будет смущать. Длину материала я взяла 150 сантиметров в ширину и 60 сантиметров в длину. Потому что, как я уже говорила, это мой первый опыт комбинированного платья и вообще какие-то либо изделия с тканью для меня впервые, поэтому я взяла такой вот расчет. И даже думаю, что я не ошиблась с этим расчетом, так как когда я подсчитывала размер кокетки, размер платья, да, юбочки платья, я поняла то, что я сделала правильный выбор. Почему? Потому что сейчас вам расскажу. Итак, как мы будем рассчитывать нашу юбку? Мы берем нашу талию. Она может быть разная. Может быть, вы где-то сделали прибавки, либо где-то убавки. Может быть, у вас вообще кокетка заканчивается не на талии, а где-то выше. В общем, отмеряем там, где мы начали. Итак, вернее, там, где мы закончили. Итак, у меня 26,5 сантиметров, грубо говоря. Ну, давайте возьмем 27 сантиметров. Ничего страшного не будет. Теперь 27 нам нужно будет умножить на 4. Почему так много? Потому что я хочу, чтобы моя юбка была расклешенная. То есть, чтобы она поднималась, чтобы она была волнистая, да? Кружевная. В таком случае у нас получается 54 сантиметра переднюю часть и 54 сантиметра на спинку. Итого 108 сантиметров. Что мы делаем? Мы берем наш материал, мы можем сразу, я вот тут уже отделила, мы можем либо сразу 108 сантиметров посчитать, измерить, да, либо если у вас линейка тоже, как у меня, то по 27 сантиметров, допустим. Мне так вот было удобно посчитать 108 сантиметров. Итак, вот 108 сантиметров я здесь отметила. И сложила напополам. Вот они у меня здесь 108 сантиметров. Сложила пополам. Кроме того, нам еще нужно будет прибавить сантиметра 2 или 4 сантиметра для того, чтобы нам подшивать. То есть, чтобы было аккуратно, красиво и для нашего же удобства тоже. Нам необходимо будет сгибать на сантиметра 2, либо на 4, кому как получится. Поэтому на всякий случай я беру либо 2, либо 4 сантиметра плюсом. Можно 2,5, там, например, да, вот. В общем, еще прибавляем. А, это получается 2 сантиметра, это только на одну сторону. У нас же две стороны. Нам же нужно будет обе части
обе стороны пришивать вот эти вот. Вот это вот то, что здесь остается у нас лишнее, мы его будем вырезать. Оно нам не нужно. Это лишнее. Соответственно, нам здесь нужно будет пришить сначала. Для того, чтобы нам пришить, нам нужно будет здесь с обеих сторон вогнуть сантиметр 2, поэтому 4 сантиметра, 2 сантиметра на одну сторону, 2 сантиметра на другую сторону. Также, кроме этого, сверху нам тоже нужно будет отсчитать по 2 сантиметра, ну, всю длину уж, весь сверх. Так вот, так как я вяжу на возраст 5-7 лет, вниз, то есть длина юбки у меня будет 40 сантиметров. Тоже так же с линейкой отмеряю 40 сантиметров. Далее прибавляем туда еще 4 сантиметра. Как я уже говорила, 2 сантиметра сюда, чтобы нам удобно было подшивать, и 2 сантиметра нам на нижнюю часть, чтобы здесь тоже было ровно, красиво, аккуратно. Итак, сейчас отрезаем 112 сантиметров в ширину и 34 сантиметра в длину, вернее 44 сантиметра. Итак, вот я отрезала наша длина, наша ширина. Также я подготовила наши края к соединению, выделила по 2 сантиметра, вот я иголками пометила, для того чтобы нам дальше было удобно их сшивать. Сшивать буду таким образом: с самого начала очень простыми движениями, маленькими стежками и с очень маленьким расстоянием между этими стежками. Под камерой неудобно, но на самом деле это выглядит гораздо проще и гораздо быстрее. Слегка подтягиваю, чтобы было потуже. И еще совсем маленькое расстояние. И буквально за кончики ткани уводим нашу иголку. Даже здесь сейчас можно понять, увидеть, что, ну, почти ничего не заметно. И думаю, то, что на развороте даже не будет разницы, не будет видно разницы, что это вязали, вернее, шили на самом деле руками неопытными, а не машинкой. Еще очень важно, чтобы расстояние между стежками было везде одинаковое. И высота прокола, чтобы тоже была везде одинаковая, иначе будет неровно на лицевой стороне. Вот что получилось у меня в конечном Итак, вот что у итоге. меня получилось. Посмотрите, все ровно, аккуратно. И с лицевой стороны.
этот шов будет Такой незаметен, он не будет шов. мешаться. И вот посмотрите, как это выглядит с лицевой стороны. Видно, да? Дальше мы берем верхнюю часть нашей Ну, не, юбки, совсем тоже немножко складываем заметны на 2 нитки, но сантиметра качество хорошее. и будем сшивать. На всякий случай хочу показать, как я буду шить вот эту вот верхнюю часть. Ну, то есть основание нашей юбки. Все очень просто, небольшими стежками, небольшими расстояниями, очень простым методом, которым учат еще в школе, по крайней мере, в наше время. Так, надо. Вперед. Небольшими маленькими стежками. Можно таким образом провязать 2 ряда, чтобы быть уверенным. Если вы вдруг боитесь, что нитка не выдержит, то можно провязать 2 ряда таким способом. В конце, когда мы все, когда мы закончим ряд до конца, ряд, угу, мы будем стягивать слегка так. И тогда у нас появятся волны. Ну, это будет все дальше. Вы все увидите. То же самое, почти то же самое нам нужно будет сделать и внизу. Нужно будет тоже подогнуть, но уже не такими стежками, а плотно, ровно зашивать. Потому что здесь у нас уже ничего не будет. Ну, если, конечно, по желанию, там можно рюшечки пришить, но это уже отдельная история. Пришить, говорю, привязать, господи, запуталась уже совсем. Так вот, тут уже плотно нужно будет, с таким, тоже немного отступив, можно побольше расстояние, можно поменьше расстояние. Главное, чтобы было ровно и аккуратно, плотненько зашивать.